основные направления у нас, можно сказать, их много. Угу. Много направлений. И самое главное, что это бизнес был без харама. Угу. Вот. Все то, что позволено нам заниматься, вот этим мы и занимаемся. Поэтому мы призываем не только мусульман, приходят к нам и представители других конфессий, вот, где мы тоже им рассказываем о том, что как это полезно для всего человечества, то, что и халяль продукция, и правильный бизнес, да. Занимаетесь ли вы сферой банкинга, исламского банкинга? Ну, конечно, у нас есть специалисты, которые действительно прорабатывают, где проводят много мероприятий. Одно из мероприятий, которое уже будет, вот, наверное, третий по счету, это, иншалла, в октябре будет в Грозном. Вот, исламские финансы, форум исламских финансов, где мы также соорганизаторы, как и здесь, и соорганизаторы, это Исламский банк развития, Сбербанк и мы. Вот, это будет в Грозном в октябре месяце, в середине октября. Добро пожаловать. Вот, до этого мы проводили в Москве, в кампусе университета Сбербанка. Вот, это первый был форум, а второй в Уфе. И довольно-таки идет очень нормально. Ну, конечно же, мы также хотим, чтобы мы были услышаны. Вот, то, что есть кое-какие препятствия, где мы не можем именно исламские финансы внедрить, вот, исламский банкинг, да, или как-то разработать ту схему, да. И есть такие, конечно, наши ученые, которые занимаются над этим. Я думаю, наверное, к чему-то придем, иншалла. Вот как раз был вопрос, говоря о препятствиях. Вот что, вот, ну, основное, что мешает исламскому банкингу в России? Ну, основное, что? Это двойное налогообложение, конечно. Вот и все. Но здесь, конечно, ищем какие-то пути решения. Вот, все-таки традиционный банк, это, конечно, я вам прямо скажу, честно скажу, потому что он ведет в никуда. Это вот эти вот кредиты, вот эти вот проценты. И, конечно же, это, как мы говорим, это риба, да, это ростовщичество. Поэтому призываем к тому, чтобы этого не было, и вот находили именно те пути, решения. Иншалла, думаю, что вот так вот вместе, общими усилиями придем к чему-то. Иншалла. И еще один вопрос. Есть ли что-то, что вы вот лично для себя ожидаете от Казань саммита? Ну, какую пользу можете получать? О, вот знаете, раньше как-то, когда проходил в Корстине, да, вот, мероприятие, и тогда уже видел, что поначалу, да, это все хорошо, все нормально, но потом там стало уже тесно. И, конечно же, думал, почему же в Казани нет такой площадки, где могли бы вместить очень много желающих, которые приходят и на выставки, и на сессии, и на пленарные заседания. Да? Вот. И вот она появилась, эта площадка. И поэтому думаю, что с каждым годом все больше и больше будет желающих принять участие. И, конечно же, быть востребованным, да, тем вот экспонентом, да, что, который желает и как-то свой бизнес продвигать более в таких направлениях, именно халяль продукции. Вот. И, конечно же, смотрю с успехом, да, многие уже поднимаются, вот, как бы, да, на протяжении стольких лет, где-то там кто-то уже более так уже такого масштаба уже стал, да, вот, ну, такие сильные компании, конечно, это радует. И, конечно же, ожидания только, что действительно мы вот о чем мы говорим, о чем нас учит Коран, хадисы пророка нашего Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы действительно идти по этому пути. Вот, и другого пути у нас нет, и это путь к совершенству. Вот, и это путь для всего человечества.